Каждый из нас, независимо от того, сколько времени он является верующим, должен наблюдать за собой. А не превращаюсь ли я с годами в инквизитора? Так называемый, знаете, синдром старшего брата, который с осуждением смотрит на всех, кто-то там пришел, вот не так как-то молится, не так как-то все понимает, делает как-то все неумело. И нам всегда кажется, только не я. Так так все думают. Поэтому в Новом Завете написано, кто стоит, смотри, чтобы не упасть. Смотри за собой, что производит вера в твоей жизни. Милосердие, благость. А как это узнать, не превращаясь ли я в инквизитора? Вот я для себя нашел очень простой и, как мне кажется, самый действенный метод. В послании к Галатам апостол Павел пишет о плоде Духа, и он рассказывает о 9 гранях этого плода. Вот посмотрите. Первое самое – плод Духа – любовь. Второе – радость. Третье – мир. Четвертое – долготерпение. Пятое – благость. Шестое – милосердие. Седьмое – вера. Но дословно это не слово «вера» в нашем понимании, а слово «верность». То есть там в греческом стоит «верность», поэтому я напишу «верность». Верность. Седьмое, восьмое – кротость. И девятое – воздержание. Или, как в современных переводах, самоконтроль. Самоконтроль. И вот этот плод Духа при правильной работе веры в нашем сердце, вот эти 9 граней, 9 сторон Духа нашей духовной жизни должны возрастать. Больше любви, больше радости, больше мирности, больше терпеливости, доброты, милосердия, верности, кротости, воздержания. Если же в жизни происходит перекос, и человек просто использует веру как инструмент для утверждения своего эго, то происходит все прямо противоположное этим плодам. Любовь, мы говорили, противоположность, не ненависть, а равнодушие. Равнодушие. Радость. Тоска. Потому что все мы бываем печальны. Ведь радость не значит, что мы должны сегодня... Это некое внутреннее позитивное состояние. Точно так же у нас у всех может быть печаль, это нормально. Но есть такая тоска, да, люди, которые внутри тоскливо. Тоскливо, когда ничего не радует, все приелось. Это как вот равнодушие, да, нет эмпатии. Никто не волнует тебя, да? Ни за кого не переживаешь, тут как бы нет радости, да? Потом мир, тут назовем что? По Льву Толстому. Война. Война, то есть конфликтность. Есть такие люди, вот такие вот они. Им кажется, что они въедливые, а на самом деле они конфликтные. Потом дальше долготерпение, вспыльчивость. Люди, которые взрываются по всякому поводу. Видели таких? А среди верующих видели таких? А сами... Скажи ближнему, это он сегодня про тебя. Пятое. Благость, доброта,
вот люди, вот есть такие вот Галина Борисовна, вот хочешь, у тебя плохо в жизни, придешь к Галине Борисовне, посмотришь на нее, второе имя Галины Борисовны – благость. Вот как-то полегче становится. А есть другие люди, если тебе было хорошо, их увидишь – плохо. Потому что у них вместо благости недоброжелательность. То есть тут благость, доброта, а тут нет добра, недоброжелательность. Милосердие. Да, когда люди милостивы, это противоположность то. Когда люди милостивы. А? Ну, тут можно много. Например, агрессивность. Есть люди агрессивные. Они, конечно, всегда оправдывают, что там я устал, там сейчас время такое, а новости смотрели. Ну, что-то эти новости на тебя в основном действуют. Седьмое. Верность, да, когда люди верны чему-то, они избрали, да, противоположность этому что? Я так называю конформизм, когда люди не верны, они там, где выгодно, там, где большинство, там, где безопасно. Поэтому обещал, не обещал, а вот сейчас мне так выгодно. Конформизм. Восьмое. Кротость, противоположность. Грубость. И девятое. Воздержание, самоконтроль, невоздержанность. Можно еще назвать раздражительность. Да, есть такие люди, невоздержанные, раздражительные. Я понимаю, что, может быть, у кого-то другие антонимы могут быть, но, в принципе, похоже, да? И вот, правильно, вот, что сфотографировали. Все сфотографируйте, дома повесьте на холодильник фотографию. И смотрите, я в последнее время на какой столбик похож? На синенький или на черненький? Потому что я смотрю, некоторые приходят в церковь, у них раздражительность, грубые, конфликты. Только мы, знаете, мы это часто верой покрываем. Брат, я не раздражительный, за Господа переживаю. Просто так бы и убил, ненавижу всех, кто верит не как я. Агрессивность, конформизм, вот это подстраивание постоянное, когда они не верны своим словам, там, где выгодно, там и они, да? Недоброжелательные, вспыльчивые, тоскливые какие-то все время, вот, равнодушие. То есть они, конечно, на словах могут целую проповедь сказать о важности любви. И поэтому благословлять вот войны, агрессию и прочее беззаконие. Говорят одно, но живут. То есть, конечно, по разговорам-то тут все. Все тут. Верующие все тут. По разговорам. Но вот по жизни. По жизни. И именно эти люди и являются теми, кто и атакует людей Божьих. Равнодушные ненавидят любовь. Тоскливые, радость их просто выбешивает их всех. Воинственные, не любят мирных людей. Вспыльчивые, их раздражают долготерпеливые. Недоброжелательные, терпеть не могут добреньких. Для них добрый, значит, слабый. Агрессивные, не любят милосердных. Им кажется, они чудаковатые, странноватые. Конформистами, кажется, глупыми верные. Ты чего тут? Невыгодно, ты верный, да? Грубыми, да? Не любят кротких, а раздражительные вот воздержанных терпеть не могут. Идет от этого противостояния, от этих людей. Поэтому, знаете, мы все для себя адвокаты. Нам все кажется, что я-то прав. А если не прав, у меня были веские. Очень веские причины быть неправым. Да, может быть, я поступил нехорошо, но он никогда не берет на себя ответственность. Ситуация такая, мир такой, жизнь такая. Ну, как-то вот, ну, как бы вот, сейчас как бы не время, вот, не время, не время, не время. Потом, может быть, когда-нибудь, но не сейчас, не сейчас. Поэтому, дорогие, превратиться в религиозного лицемера или тирана очень легко, если забыть о главных добродетелях Библии.
Очень легко. И без всего этого христианская вера и служение превращается в ужасающего монстра, который ломает жизни, ломает судьбы людей. Без всего этого. Ведь ценность не в названиях, не в флагах, не в крестах, в содержании ценности.